Так, парни, всем привет. Все еще летаем, все тоже фристайлим. Сейчас вот на этом коптере, который на амаксовских моторах 2305-2550 кВ, будем смотреть на скорость. Я прикрепил маленький GPS. В прошлый раз он рвал просто не по-детски. Кроме того, сейчас стоит здесь Omnibus F7, Omninext F7 на 32-32. На 3.4, последняя версия Betaflight, он просто как очень плавно идет. Сейчас послушаем. Кроме того, я хотел попробовать, насколько он быстро жарит на 4S. И на 5S, потому что в прошлый раз мне казалось это очень быстро. Попробуем. Сейчас попробую вот здесь пролететь на максимальном газу. 15 спутников он поймал. Пока батта полная, давайте сразу газанем. Попробуем снизу, то есть сверху. Сто семьдесят, короче, он берет. Хорошо, этого было достаточно. Еще раз. По прямой, конечно, 140, а если сверху. Ну, батл уже, да, подсаживает. Ну понятно, не хватило я буквально на пару раз. Теперь 5S поставим, посмотрим. 5S теперь батл. Пробуем еще разочек. Опять тот же самый материал. Оттуда сюда, оттуда туда. Вот и все это вам. Сто пятьдесят чему-то, но зеленел так очень долго. Двушки надо ставить. Сто еще раз попробовал. Они преодолевают так полагаю, звуковой барьер и что-то такое, поэтому начинают свистеть. Игорь, есть двушки? Да. Давай двушки ставим. Давай. 50-50. Геймфан. А, дал проб что-то. Мои любимые пробы. Сейчас посмотрим. Ну, правда, его колбасит на 5С надо подправить. Но он не может раскрыть свой потенциал, потому что он немножко подпрячивает. 201, 202. Очень, очень злой аппарат. Вот такой вот результат, 200 с лишним километров коптер жарит. Если взять 2700 оборотов на вольт версию или 6S, можно поднять еще где-то до 220, я думаю. Вот так вот, ставим лайк.